Уважаемые инвесторы, 30 января 2024 года на экране криптопара Multichain USDT на дневном фрейме по просьбе подписчика. Здесь вот у нас вот такой график. Графика, конечно, очень мало, но тем не менее видно, что цена начала свое движение, так сказать, с негативного уровня. Вот. И тут, ну, два вообще таких. Два сценария. Либо там банкротство, или как это там называется, вот. Потому что, ну, тут и с акциями такое встречается, да, то есть никто от этого не застрахован. Вот. Либо тут квартира в центре Москвы, да, грубо так скажем. Вот. Значит, движение я вижу, ну, следующим образом. Давайте предположим, пофантазируем, что действительно цена пойдет вверх, как, ну, это в принципе возможно. А и сколько же от этого ожидать? То есть, предположим, что цена сейчас все-таки там будет кого-то мурыжить, вкладчиков, да, возможно, там еще немножечко куда. Нет, тут уже минус, да, ну, в минус она, естественно, не пойдет. Так, ну, где-то вот, скажем так, да, она двигается. Потом она там формирует паттерн разворота и, допустим, стреляет приблизительно на отметку 0,002 приблизительно. Далее здесь тоже формируется паттерн на продолжение тренда какой-нибудь. То есть, ну, нужно будет понимать, что вот. И уже у нас получается вот такой, да, допустим, сценарий. Ну и грубо там, скажем, еще раз там формируется паттерн продолжения тренда. И пошел уже вот сюда, к отметке 0,007. Так, это такой первый сценарий. Это берем вот прям хороший сценарий, да? Вот, берем прям вот хороший сценарий. Так, либо у нас же на бирже вообще, на рынке у нас все так циклично, либо можно исходить из того, что у нас, например, вот, смотрите, тоже красиво. Либо у нас вот так формируется вот такая вот модель, ну, приблизительно так. Долго-долго так формируется, да? Здесь у нас тут формируется еще такая вот модель. Кто не знает, что это такое? Это чаша с ручкой. Далее у нас, допустим, тут такой выстрел маленький и улетела, да, допустим, цена. Давайте предположим, то есть, что это может быть один из сценариев, то есть он может выглядеть и так, да. Также чаша может быть с двумя ручками, мы это знаем. Так, где у меня тот полукруг? Ладно, я его сейчас искать не буду. То есть вот такая получается у нас чаша, вот такая у нас ручка. Здесь может еще вторая ручка нарисоваться. Может и такое быть. То есть можно вот такой сценарий ожидать. А вот, может выстрел, конечно, и здесь сразу быть. То есть видно, он как-то стреляет странно. Так, вот. И здесь у нас сколько процентов получается? Ну, можем посмотреть. То есть давайте. А вообще, если глобально вот посмотреть, смотрите, то есть у нас цена упала вот так от этого уровня. И вообще, цена должна хотя бы вот сюда прийти, к отметке 0,017, 0,018, да? То есть вот сюда, в принципе, цена имеет право, полное право имеет прийти сюда. Вот. Получается, вот даже если кто-то сейчас скажет, что это полный бред, давайте я сейчас вот прям специально докажу. На одном хорошем примере я наизусть знаю практически тикеры всех компаний. HHR, Headhunters, да, может быть, кто-то знает. Вот, а это торгуется в баксах. Вот смотрите, вот здесь. Вот здесь, значит, где-то я купил акции этой компании, а она там провалила, ждали, 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 ждали. Вот, и я ждал,
И никто даже не представлял, что она к этой отметке придет, да, к 35 баксам. И посмотрите, что произошло. То есть она здесь такой раз, выстрел у нее был. Подождите, у нее даже вот выстрел здесь был какой. Вот. И даже вот здесь, по-моему, был выстрел. Сейчас я покажу. Вот. Так. Вот у нее было, в принципе, два. Вот. И даже никто не предполагал, но она пришла к этой отметке. То есть, поэтому я хочу сказать, что все это абсолютно реально. И тут не нужно думать, что это какое-то там волшебство. Если действительно цена начнет рост, то не рост составит. Ой, ну давайте грубо. Я не знаю, где тут цена. Вот она. Вот она. Ёпарасоте, 56 000%. Ну, блин, это, конечно, просто конский какой-то космический процент, но это возможно. То есть я не исключаю такого роста. Вот. Но опять-таки, вот это вот такое меня пугает. То есть на данный момент у цены видно только нисходящий тренд. То есть нет никакого восходящего тренда, чтобы он где-то что-то. Давайте я посмотрю, может, хотя какая-то, может, дивергенция, я не знаю, присутствует. Что тут вообще? Так, здесь мы падаем. Да, присутствует дивергенция, да. То есть получается, цена у нас идет вниз, а MACD у нас идет вверх. И выстрел может быть просто реально серьезным. То есть здесь выстрел может составить. Так, выстрел может составить хотя бы от нынешней цены первоначально. Давайте вот сюда. Это вот у нас так от этого. Ну вот сюда, вот сюда, вот приблизительно. Сколько? 144 000%. Да ладно. Блин, ну короче, что-то я не знаю. Какие-то фантастические суммы. Вот, ну это реально, блин, это криптовалюта. Что я могу сказать? А меня сейчас так заинтересовало. Я сейчас просто ради удовольствия на 100 евро возьму, что... Я не знаю, 100 евро взял, и на 100 евро, может быть, можно будет выиграть какую-нибудь квартиру на море. Ну, посмотрим, ладно. Люблю я вот такие активы, в принципе. Ну, стоп, если потеряю 100 евро, ну, потеряю, ничего страшного. Ну, скоманется, скоманется. Вот, посмотрим. В общем, вам всем космических профитов. Давайте, до новых встреч. Что-то мне с процентами не понравилось, я решил еще раз тут растянуть, значит, график и дозаписать немного видео, так сказать. Так, ну-ка. Сколько? 22 000%. Так, ну у нас получается вот этот 0.618 отметка тут и вот тут, и получается приблизительно 28 000%. Но в принципе вот это реальное, да. То есть если он вверх пойдет, это действительно реально, вот он сюда должен будет прийти. Это, то есть, это математика. Здесь нет никаких фокусов, и гадалки ходить не нужно. Так, блин, я аж прям что-то заинтересовался, так у меня жадность немножечко, она прям этот сейчас подзарядила. Так, а вообще, если вот так, конечно, мерить, непонятно. Чуть-чуть не так взял, то получается так, 99 000%. Ядрен ты батон. Вот. Ну, давайте хотя бы вот до этого уровня, если смотреть, то есть это вот первый, получается, первый уровень, первый зеленый уровень FIBA, то получается тут уже приблизительно 45 000. Так, ну-ка, вот так здесь. Здесь такие страшные числа. Тут нужно. Тут чуть-чуть мышку не так настроил, уже плюс 1000% нарисовал. Так, 34 000%. Ну, в общем, короче, просто космические проценты, да, и
Я надеюсь, что вы не засунули в эту криптовалюту там целое состояние, а так, в принципе, вот поиграться, я говорю, я поиграюсь, мне заинтересовала данная монета. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы, валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.